девочки делают упражнение «Кошечка под забором», а в это время мальчики делают просто 20 отжиманий, 2 захода, то есть всего 40 отжиманий. У мальчиков все просто. Что делают девочки? Ноги вместе, руки на ширине плеч. Представим, что у нас забор, мы должны под ним пролезть. Подныриваем, прогибаемся, грудь по полу, живот выпрямиться, ножки согнуть. Обратно вылезаем, начиная с бедер. Корпится. Опять подныриваем, прогибаемся назад, выныриваем, все по полу. Кстати, с горбицей. Мы так сами делаем 20 раз. Подныриваем. Хоп. Обратно. Затем потянуться, отдохнуть. И во второй раз кошечку мы делаем уже 15 раз.